называется лыжный спорт, это лошадиный вид спорта, да, потому что нагрузки колоссальные. Я так полагаю, что даже не каждый автомобиль, то бишь не каждый металл выдерживал такие нагрузки. Но тем не менее, благодаря Господу Богу, у меня 4 прекрасные дочери. Красавицы, комсомолки, спортсменки и так далее. Вот. Ну, что еще? Сама, в общем, спортом, ну, все в принципе, такая маленькая биография, наверное, характеристика обо мне. Ну, где-то правда, где-то неправда. С 12 лет, с 6 класса занималась лыжным спортом. Родилась в Владимирской губернии, где буквально накануне, наверное, вы тоже, может быть, видели, проводился буквально вот на днях форум, да? Форум, где президент озвучивал, ну, борьба с допингом, чтобы мы все были чистыми, где присутствовали наша именитая легкая атлетка, да, Елена Исимбаева, наш пловец, трехкратный олимпийский чемпион Саша Попов, и наш господин Жуков озвучивает президенту: Владимир Владимирович, ну вот знаете, вот мы в Рио там в плавании, вот нам не выиграли медали туда-сюда, наверное, нам надо пригласить тренеров там, с Кореи или с Китая, где все выигрывают. И вы знаете, я так подумала, не хватает мне там сейчас и сказать в отместку Жукову: ребят, у нас сидит Саша Попов, олимпийский чемпион, который должен не в депутатах сидеть, а тренировать наших детишек. Вы согласны? Итак, и Елена Исимбаева, которая вот так себя в грудь колотила в Рио, да, не пустили. При всем уважении к Лене, не надо. Мы все прекрасно знаем, что во все времена, по крайней мере, я думаю, что сейчас уже ни для кого не ново, легкая атлетика – это королева допинга. И когда Лена там говорит, что я чистая, мы верим, не вопрос. Не вопрос, мы верим, они чистые, но не надо, когда вот на наших спортсменов уже такой накат, и мы начинаем оправдываться. Ребята, давайте искать причину произошедшего, да? Не винить ВАДУ, не винить Международный олимпийский. Искать у нас. Причина-то у нас первоначальная. Давайте посмотрим. У нас в Госдуме, ну, мне кажется, 1/3 депутатского корпуса великих чемпионов, да? И допустить вот страну до такого, для меня это дико, например. Чтобы не пускали нас на Олимпийские игры. 92-й год. Ни страны, ни флага, ни гимна. Но мы участвуем, мы побеждаем. Мы беспризорники, мы приезжаем во Францию, и мы побеждаем. Нам все равно. Допинг, не допинг, мы даже не слушаем никого. Мы побеждаем, никто там не подкопался. На сегодняшний день великие олимпийские чемпионы. Журова вообще, вот я такая, молодец, красавица, умница. И что дальше? И что дальше? Что делается с нашими спортсменами, с паралимпийцами? Ну разве так можно допустить до этого? И вот на сегодняшний день я задаюсь вопросом: а зачем вообще заниматься большим спортом, да? Может быть, только так, для здоровья, для массовости. Но вот тем детям, желающим заниматься вот синдромом Дауна, это самое необходимое вообще, вот эта движуха. Движение, 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 потому что движение – это общение вот это вот. Поэтому вот мы все здесь, вот мы все здесь будем помогать, мы будем двигаться вперед. Вот, и поэтому как бы вот хотелось бы, конечно, чтобы наши спортсмены, которые в Госдуме, все-таки немножко, как бы остановились на том, что уже имеем, да, а вернулись к тому, что с чего начинали сами, со спорта. Ну, кого не возьми сейчас, хоккей, что такое хоккей, да, во все времена мы были лидерами, Третьяк, Фетиса, но вернитесь вы к дворовым ребятам, соберите их. Сейчас очень неплохая такая программа идет, ну, по крайней мере, у нас в Подмосковье. Вот эти вот дворовые хоккейные коробки, ну, практически в каждом дворе. Спортивные такие ядра, такие вот чисто дворовые. Пожалуйста, вы собираете, дети выходят, вы их находите. Как раньше в свое время Тихонов делал. Он же не за деньги и не великих каких-то искал, да? А именно во дворах. Та детвора, которая не знает, куда себя пойти. Сейчас мы просто вот когда были выборы и предвыборная кампания, мы буквально с Ириной Константиновной Родниной были в одном избирательном округе. Она в Госдуму, а я так мелкие здесь местные. И я спросила,
Ирина Константиновна, ну скажите, как, может быть, я такая далекая, объясните мне, неужели вот наша страна под названием Советский Союз была богаче, чем сейчас под названием Россия? Она такая смотрит, говорит, а что ты меня такое спрашиваешь, а в чем, о чем? В чем прикол, типа, да? И я говорю, ну потому что вот мы, желающие пойти в любую секцию, в любой кружок, шли и занимались. Не хотели, уходили. То бишь, это было доступно и бесплатно. Сейчас это невозможно. Сейчас заняться ребенку лыжным спортом, ну, по крайней мере, вот я по химкам знаю. Во-первых, родители покупают весь инвентарь. Но если я вот пришла в лыжный спорт, у нас четверо детей и мама, да, какой инвентарь? О чем мы? Я пришла на лыжную базу, лыжи, палки, ботинки мне сразу дали. Чуть лучший результат, появились лучшие лыжи, лучшие ботинки и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас родители покупают инвентарь, 1500 в месяц плата. За что? За воздух? Прийти в лесу покататься на лыжах? Представляете? Вот, к сожалению, вот такая вот сейчас ситуация. Как ее разруливать? Ну вот будем как-то разруливать. Ирина Константиновна сейчас в Госдуме, мы будем стучаться. Ирина Константиновна, вы нам обещали, для наших детей, не только фигурное катание, воздух бесплатно. Вот, ну чего вы загрустили? Я что-то не так вам рассказала. Мы не можем передать, вот, хотя некоторые можем, вот Александр Попов, он, кстати, у нас тоже бывал. Он классный вот такой, Саш Попов. Есть свои причины, да, то есть у них у каждого есть какие-то свои причины, почему... А он озвучил свои причины, почему он там? Его причина — федерация, и чиновники федерации, и Нарышкины, и все дела. И что вот это проблема, и поэтому он ничем этим не занимается. Он это сделает с другим. Типа была бы нормальная федерация. А у федерации свои, я их тоже знаю, они... Я понимаю. А у тех свои... Это в разные... И у нас в биатлоне федерации. Вот так вот все повязано. Не подступить. Поэтому мы немножко загрузили. Так я хочу сказать, что тоже Саша Попов очень хороший, причем с федерации. Хороший, конечно. Займись у себя во дворе на месте. Набери 15 детишек. Что, нет бассейнов? Во. Он строит, кстати. Ну так вот и хорошо. Карелин тоже 15 законов принял за 5 уже созывов. За 20 лет там будучи. 15 законов в пользу чего и кого история умалчивает. Поэтому, конечно, есть и плюсы свои, но, ребят, по большому счету, ну где у нас, вот почему мы обращаемся к иностранцу, к тренерам? Где они у нас? Они все у нас депутаты. А вот вы нам про тренировку теперешних? Ну вы знаете, вот сейчас, кстати, вот опять же, тренировки. Вот сейчас у нас вот такая вот проблема, да? Последние базы зарубают, последние леса вырубают. Я хочу сказать, подождите, нет, у нас, нет, я, по крайней мере, в Химках, я буду биться, чтобы у нас строился. И стадион расширялся и процветал, хотя там рядышком построили ФОК под роднину. Там типа будет и каток, но мы ее немножко забором высоким отгородим. Но хочу сказать, вот тренеры, ну а как и везде, во всех видах, также и в лыжных, и в биатлоне. Вот, допустим, такая ситуация, рассказываю чисто лично из своей семейной, да? У меня вторая девочка Кристина, в юниорской сборной. Девочка шустрая, интересная, 20 лет. Ну как не похихикать с мальчиками? Неужели мы этого не проходили? Мы все проходили, да? И вот она, значит, нарушает там дисциплину. Пришла на полчаса на отбой позже. Ее выгоняют из команды, ее лишают экипировки, ее не берут на следующие сборы и вообще вот до свидания. Девочка перспективная, я хочу сказать, что даже посильнее Вероланин, может быть, будет. Не может быть, а наверняка. Но вот так наши тренеры и наши чиновники поступают с молодым поколением. И еще три девочки, которые вот с ней же в юниорах, которым ну не нравится. У одной там папа был тренером по стрельбе в сборной, свои там интересы, ну, по стрельбе предлагал, а другим это не нравилось. Тренера убрали и девочку не пускают, дочь. Хотя девочка на голову выше других. Поэтому вот такого вот сейчас сказать тренеров большого уважения, ну, я не испытываю. Ни к лыжным тренерам, ни к биатлону. Более того, вот сейчас вот это затронули, да? У нас есть в областной думе, тоже третий созыв, Лариса Евгеньевна Лазутина. Однажды я к ней обратился, я говорю: Лариса, в области нету лыжных баз, лыжных стадионов, давайте лыжи-биатлонный стадион.
Она говорит, слышь, а я уже там в комиссии по культуре и образованию. Я говорю, что? Я пошла к Карелину. Я говорю, Сан Саныч, что делать вот так-так? Он говорит, слышь, у тебя же Лазутина там в области. Я говорю, концов и краю не найти. К Лазутиной обратилась ей, пофигу. Карелин, я говорю, я к Единой России обращаюсь. Единая Россия? Он говорит, иди к Лазутиной. Вот так вот. Поэтому вот то, что вот это вот дальше. В лыжном спорте, вы говорите, тренера возглавляет Елена Валерьевна Вяльби. Мы общаемся, не скажу, что мы подруги прям такие закатываешь, мы общаемся. И вот когда вот с этим вот связано, когда им позвонили и сказали, да нафиг нам это надо. Я в областной думе, а я федерацию возглавляю. И у меня все в шоколаде. Ни там результата нет, ни здесь результата нет. Вот так живем с равнодушием. Поэтому. Что я могу вам сказать? Ну, опять же, не хотят. Вот Саша Легков, очень классный парень. Вы знаете Сашу Легкова. Да, ну что? Вот, он тоже прошел сейчас в областную думу. И он спрашивает, а что здесь делать-то надо? Я говорю, Сань, ну вообще, здесь вообще ничего не надо делать, Сань. Поэтому, ну что? Всем и думать. Да нет, я не против. Но, во-первых, Саша еще сам действующий. Еще собирается выступать. Какой ты нахер депутат? Прости меня, Господи, конечно. Потом, опять же хочу сказать, столько престарелых, которым 70 за 70, пока вперед ногами не вынесут, они не уйдут с поста депутатского. Разве так можно? Я, конечно, не судимый будешь, Оксана Пушкина. Ребят, она ведет шоу, да? И приходит на депутатский корпус с какой программой? Помочь детям. Она хоть где-нибудь озвучила помощь детям? Я последнюю программу видела, только «Опять звезд» она начинала с Родниной, вызывала к себе, посмотри в зеркало и скажи правду. То есть вот это вот как-то, мне это непонятно. Исповедались там все перед Пушкиным, да. Поэтому как-то я не знаю, может быть, я не права, но вот как бороться, вот я не знаю. То, что вот, ну, я считаю, что я большой какой-то плюс приношу у себя в округе. Я бьюсь, я во все колокола бью, плохая я, хорошая, я бьюсь. У меня была такая интересная вещь, я не знаю, опять не хвалиться, но мне было обидно. Мне просто до боли обидно, говорю, вот, что мы живем в такой стране. Вот Олимпиада в Сочи, да, в нашей, в России. Извините, я трехкратная олимпийская чемпионка. И мне не дать пройти с факелом у себя ни в Подмосковье, ни у себя во Владимире. Как вы говорите, я написала президента. Так и так, ну как-то, может быть, мне один из 100 этапов дадут пробежаться в Сочи. На что мне пришло предложение. Слышь, а не хочешь в Волгограде с Сысынбаевым пробежать? Причем... значит, там прилет, отлет за свой счет, гостиница за свой счет, если захочешь там покушать за свой счет. Единственное, что тебе оставляют, ну вот как бы в чем там, балоневая куртка, штаны, там перчатки и шапка, и факел 13,5 тысяч можешь приобрести себе и пробежать в Волгограде. Это нормально? Нет, это нормально. То есть я в шоке, звезда в шоке. Вот, поэтому, конечно, люди... О, я ездила даже на открытие, на закрытие. Мне как-то даже, я сама не ожидала. Причем, ну, мы союз ветеранов, да, мы ехали, значит, одни на одну половину ехали, другие на другую. То есть, естественно, я планировала на вторую половину, на закрытие, потому что все наши дисциплины там интересные. Вот, и вдруг буквально за два дня мне позвонили, сказали, все едем на открытие, причем чартером, с президентского, там, с внуковского, этого самого. И так получилось, что я сидела буквально за Медведевым. Он такой маленький, я ему хотела так ноги положить на плечи. А он все сидел, так говорит, а я ему хотелось там. Ну, так получилось. И буквально вот так же, ну, Путин рядом, вот так вот в связке. Матвиенко тут все, как-то так красиво получилось. И я приехала, мне первый вопрос, ты фотографировалась? Ты автограф взяла у него? Я говорю, ребят, ну...
Вот-вот надо было, вот-вот-вот. Поэтому бумажка вся уже в кармашке. Так не угадаешь, где это. Я говорю, для меня неожиданно было. Ну, интересно, и было интересно, конечно. Закрытие не очень интересно, потому что все уже расслабились, все уже такие, не до закрытия, все там... Открытие очень так интересно. Вот, поэтому... А гонки? Кого там смотреть-то? Эстафета только. Я, например... Да, вот про пьедестал что вы думаете, интересно? Как это... Пьедестал в лыжных гонках? Вот. Ну, марафон. Да. Мужской марафон. Ну, это суперски было. Это супер. Ну, честно сказать, это суперски было смотреть на весь пьедестал. А как это было, мы не знаем. Вот честно сказать, не знаем. Ну, вы же слушаете сейчас насчет допинга, да? Саша Легков наш готовился с норвежской. Там, на сегодняшний день он тоже является астматиком в группе астматиков норвежцев, да? То есть он сразу значит, числится. Поэтому как это все было? Причем я удивилась, зная Сашу много-много времени, настолько всплеснуть и стать вот 50, я понимаю, какую-нибудь такую маленькую такую скоростную дисциплину, но 50, Саша, ну как-то вот так может, было. Это родина... Да, родные стены, я не вопрос, не знаю, не пойманы. Я хочу сказать, что я никого не осуждаю за допинг, потому что на самом деле не пойманы не вор. При всем норвежском вот это вот соцветии этих астматиков, я очень уважаю Бьёрн Дальна, очень, потому что я практически вместе с ним шла нога в ногу и в тренировках, пахарь номер раз. Он работает до последнего, невзирая, какой он титул и регалии имеет. Где-то пробел какой-то у него промах. Он работает. Да, до фанатизма, пускай это так. Ну вот он себя посвятил так. Пусть у него пена изо рта, он астматик. Есть объяснение. Но он пахарь, я говорю, не пойму, не вор. А наши сейчас, почему, вот хочу сказать, лыжников нету. Мы отвыкли работать, как мы работали. Сейчас... ну, сколько, может быть, из 365 дней? Ну, может быть, дней 20 мы в России. Остальные мы все время из границ не вылезаем на сборах. Нет, ребят, давайте, когда мы тренировались, когда мы пахали. Лыжники, люди лесные. Лес, в лесу шикарную базу, как в Сочи, очень хорошая. И тренируйтесь. Так нет, нам надо туда. И приезжаем за границу. Мы выбираем номера себе. Нет, в этом я уже жила, в этом я не хочу, у меня здесь вид плохой. Ну это что? Поэтому какой может быть результат? Ну вот как бы вот эти вот соблазны, вот эти вот премиальные, вот эти вот, ну, видимо, вот как бы. Методики. Ну, а вот, можно просто здесь нет, рядом, да? А вот 30 лет назад, то есть когда как раз, ну, чуть больше, да, уже в каком 85-м году вот начали так восходить прямо. Ну, я хочу сказать, что я начала с 82-го восходить как юная, то есть по юниоркам. По 3 года по взрослому, 85-й. Когда вы еще Романовы? Да. 85-й год, там чемпионат мира, да? Да, чемпионат мира. Вот. А вот вас тогда что мотивировало? Ну, если сейчас уже вроде все есть, а работать разучились, а тогда что вот вас стимулировало или мотивировало пахать? А мы любили свое дело, нам было это интересно. Вот я по себе хочу сказать, что я на любую тренировку ходила как на праздник. Мне это нравилось. Прямо тяжело, конечно, тяжело. А кому легко? А не бывает побед по-легкому. А сейчас вот надеюсь, что на легкое. Как? Ну как на легкое? Ну так не бывает. Ребят, ну опять же, вот нас в допинге. Ну хоть обожрись, если ты вообще ничего не делаешь. Хоть обожрись ты его, этого допинга. Поэтому... Это, кстати, да, много заблуждений, в котором очень многие вот любители, здесь сидят люди, которые просто... любительским образом занимается лыжами, участвует в любительских соревнованиях. Некоторые думают, что допинг это что-то такое, что ты как сверхчеловеком становишься. Я сейчас расскажу немножко как бы допинг, потому что я тоже коснулась, но хочу сказать, что для любителей, ну тоже, это не люди, знаете, как это, с древности пришли, и на лыжах, знаете, на широких покататься. Они все в курсе, есть интернет, есть и даже. И эти, которые любители, они экипировочка у них покруче, чем у сборников, и они все прекрасно знают, что можно скушать, чтобы побыстрее и подольше выдержать. Вот. Но хочу сказать, что допинг. Ну, это все, что можно, нельзя, да? И сюда, и сюда, и сюда, и сюда.
Вот. Но хочу сказать, что, опять же, должна быть правильная программа, докторская, да? А почему у нас, например, допингом сейчас увлеклись и попадаемся на допинг? Я так полагаю. Потому что, опять же, те же любители, которые занимаются, они знают много, а тем более профессионалы. Есть докторская программа, вот расписана на сезон. Ребят, ну ты завтра можешь выиграть, я могу выиграть. И она может выиграть завтра. А нафига вам дать выиграть, когда я могу выиграть? Я иду под подушкой сожру. Никто ничего не видит. И так каждый. И когда мы еще помимо вот этой программы, за которую мы расписываемся, подписываемся у доктора, мы начинаем все, все друг друга обманывать. Горстями и всем, что подряд. Ну, например, поэтому... есть проблема, собственно, которую ВАДА и МОК как бы... Но это же не только наша страна. Вы думаете, только мы такие умные, вот, да? Под подушкой жрем все, что немыслимо. Тех не поймали, и тех поймали. Но это чисто политика, хотя она всегда присутствовала в спорте, но не такой степени. Хочу сказать, по крайней мере, во все времена, вот я хочу сказать, с большого спорта, с 85 года и до окончания своей карьеры, политика присутствовала. Причем Советский Союз, там и с нами КГБ выезжал, и все под контролем. Но мы приезжаем на сбор, у нас организовано проживание, питание, трассы, все. Нас больше ничего не волнует. Мы идем и вперед тренируемся. Правильно? И мы в наших интересах показать результат, обыграть всех, кто в команде. А почему это в ваших интересах? Вам не кажется, что может быть есть разница между Союзом и Россией? Ну, я немного знаком с Петцовым, тренером футбола, я сам из Алтайского края. Он говорил так, раньше мы бегали за грамотно, а сейчас мы бегаем за большие деньги. То есть раньше мы выходили, то есть через страны мы отправили, да, мы выходили, мы бежали, мы вали. Так я про это и говорю. Сейчас и куча чиновников, вот сейчас, да, вот футболога не пустили, то есть, ну, я не то, что прям хорошо, а, мне сестра уже тренировалась, но вот небольшое отношение тренерское имел. И как бы он рассказывает, что сейчас народ просто-напросто спортсмены, не спортсмены, это бизнесмены. То есть, по сути, там такие большие деньги, даже тоже хоккей взять, тоже футбол, но футбол вообще отдельная тема. А вот с хоккеем, например, то есть бегали за грамоту, учили грамоту, пожалуйста. Может быть, тоже КГБ оказывало влияние, нет? Нет, нет, нет. Я имею в виду, что просто все время под контролем спортсмены были. Сами спортсмены не касались политики. Вот мы просто тренировались. Вот в моем интересе лично было победить хотя бы всех своих спортсменов, быть лучшей, поехать дальше на соревнования. Это моя, вот моя такая политика была. Мы вот именно что большой политики не касались. А сейчас просто это модно стало. Это неотделимая часть от спорта. Правильно, я поэтому говорю, что когда у меня вот я человек такого на самом деле всесторонний получается, там лыжи, биатлон, да, то есть одна такая, четверо детей, наверное, одна такая. Дальше я начала выступать в Советский Союз, СНГ, Россию закончил, да, в трех странах практически, и у меня есть с чем сравнить, и поэтому вот это вот все взвешивать, я уже когда вернулась, допустим, вторично после вторых родов, уже начался бизнес, уже началась купля-продажа. Уже начали спортсмены, я своих возьму, а ты мне заплати, или ты переспи. Ну, это откровенно, на самом деле. То есть спорт, шоу-бизнес, политика, это все перемешалось. Скажите, пожалуйста, как вы именно в этот спорт пришли? В лыжный? Да. Ну, вот вы на кого-то смотрели. Ну, я хочу сказать, ну, я вот из многодетной семьи, четверо детей, у меня три брата. Как бы родители не из спорта, просто простые, из простых рабочих. Вот, ну так случилось, что в школу пришел педагог, который только с института. Молодой педагог именно лыжников набирал. И так получилось, что я в числе многих желающих пришла вот лыжами заниматься. Но буквально месяц мы покатались чисто вот такое вот детское развлечение, горки, догонялки. И началась потом уже техническая монотонная работа. Ну практически там из 30 человек осталось, может быть, десяток. Почему биатлон стала пробовать? Опять же, не вот... потому что легче. Нет, какой... Нет. Нет. Вы знаете, для наших, если вот сейчас наши биатлонисты считают, что это легче, поэтому они результат не показывают. Они приходят в биатлон и говорят, что ой, я буду стрелять, мне пофигу. Нет, ну не то, что легче. Нет. Ну у меня так опять посечение... Нет. У меня посечение обстоятельств. Так получилось, что даже я вышла замуж в 85 году за биатлониста. Когда я увидела женщину с винтовкой наших биатлонисток, и как они передвигаются на лыжах, биатлонистки, я сказала, это что? Когда меня, значит, тренер вот моего мужа говорит, давай в биатлон,
Я говорю, да я еще в лыжах ничего вроде не добилась. Я говорю, какой биатлон? Это кто? Это вот такие туристки, знаете, ну, главное пострелять и все прийти. Я говорю, нет, ни за что. Плюс еще с винтовкой, женщина красивая и винтовка, да? Нет, нет, такого вообще даже у меня не было. Но получилось, опять же, вот по стечению обстоятельств, я родила ребенка и вернулась в лыжный спорт. Но на тот период я около года просидела с ребенком и вернулась в команду, вроде ушла олимпийская чемпионка, вернулась на свое место. Но прошел год, у нас появились лидеры такие, как Лазутина, Вяльби, Егорова, ну, Тихонова в 88-м году как раз олимпийской чемпионкой, на двадцатке я вторая была. В общем, куда ни плюнь, одни олимпийские чемпионы, ну, вернее, лидеры, да? И мне уже вроде меня никто не спрашивает. Хотя наш тренер великий, Грушин, после каждого сбора приезжал ко мне и уговаривал, пора возвращаться, пора возвращаться. И когда я вернулась, пошло какое-то непонимание. То есть мне слова не дают, моих интересов никто не спрашивает. И все, и я как бы потом долго не затянула в лыжах. То есть, то бишь, я после родов пришла и тут же ушла. Ушла вроде как бы в семью, с ребенком. Ну и вот муж и тренер меня уговорили, да попробуй, просто попробуй. Не понравится, не вопрос. Ну, попробовала. Ну, слово «лыжи» потому что если вот смотреть вот эти супермиксы, там, конечно, сразу все видно. То есть, как бы, лыжники биатлонисты, и биатлонистам немножко некомфортно. Прямо с лыжами бежать по дистанции. Ну, хорошо. Опять же про себя расскажу. Я 7 лет была в биатлоне. 7. Где классического хода нет, знаете прекрасно. И вернувшись после вторых родов в лыжный спорт в 98-м году накануне Нагана, отборочное соревнование Нагана, я была 6-я у них, у лыжников на отборочных. Ну, естественно, меня никто в Нагана, будьте здоровы, никто в Нагана меня не взял. Ну, кто такая биатлонистка, ты еще там будешь... Но после Нагана, возвращаясь, у нас чемпионат России в Сыктывкаре. И я приехала в Сыктывкар участвовать на чемпионате России. Я в классической гонке была 3-я. 7 лет я не стояла. Ну, я, конечно, каталась в свое удовольствие, классика, ну как, лыжница. А вы говорите, легче. То есть это уровень. Кто как тренируется, кто как поддержит, кто как пашет. Сейчас я и лыжников не вижу, лыжниц наших не вижу, чтобы кто-то выделялся. Вот как у нас сметанина. Есть лидер, просто равных нету. Появилась там Лазутина, появилась Егорова, равных нет. Сейчас у нас нет никого. И поэтому я имею в виду биатлонисткам. В каждой команде, в любой стране по одному и даже двум лидерам, которые, в принципе, сезонные делают. Сейчас нет Фуркана, не будет Фуркана, например. Но скажите мне, а скажите, пожалуйста, у любой страны, у Франции, у Норвегии, ну кто, ну норвежец, может быть, только Бьёрн Дален, там еще, который с лыжником примерно рядом. А в целом-то никакая страна там тоже, тоже как у нас в России. Естественно, лыжный спорт и биатлон. Во-первых, у нас нагрузки, то есть объемы разные. Лыжники целенаправлены только лыжными спортами, да, лыжными направлениями. А у нас очень много стрельба занимает. Очень много стрельба занимает. Особенно холостой тренаж. По крайней мере, я вспомнишь, так вздрогнешь. Часами лежишь вот это вот локти в кровь. Лежать, лежать. Холостой тренаж. Поэтому... Просто лежать. Лежать в холостую, вот просто лежать на удержании, стоять на удержании винтовки. Правильно. А вот быстро стала получаться стрельба? Ну, кто вообще наблюдал за моей карьерой, азы стрельбы мне поставил муж. Очень быстро, потому что отдать ему должное, он практически, ну, один из трех сильнейшие стрелки наши были в то время. Это у нас Дима Васильев, олимпийский чемпион, Саша Попов. И вот мой супруг. Ну, не дано от Бога быть скоростным. И поэтому вот как бы азы стрельбы обучил. Но так получилось, что, опять же, в мою пользу, мне повезло, что в 92-м году впервые вот женский биатлон стал олимпийским видом. И мне некогда было учиться стрелять. Но я как профессионал могу сказать, любой вид спорта минимум как 5 лет, чтобы показать какой-то результат, хоть какой-то прогресс бы. 5 лет, но не 2 года. То бишь я пришла практически 89-90 год, а в 92-м я уже участвовала по биатлону. То бишь это маленький такой был. Я в интервью ваше читал, вы в одном из них говорите, что, ну, про мужа, про своего как раз, что он как бы очень так дотошно выполнял все тренировки. Да, да, и он очень старательный,
Он очень-очень-очень исполнительный, очень старательный. Но я опять же хочу сказать, ну, не дано от Бога было им на самом деле. Он пахал пахарь еще тот. И на самом деле обидно были те моменты, когда еще в тот период, вот в советское время, допустим, он попадает по отбору, его не берут, потому что он не с командой, а берут, кто был в команде. Вот это вопрос, не... как раз здесь в том, тогда насколько талант важен. То есть, вот, получается, если у тебя талант, талант очень важен, важен, но главное его развивать еще. Не похоронить раньше времени. Потому что, ну опять же говорю, очень много. Вот сейчас я с детьми очень много общаюсь в разных направлениях. То есть и культура там, и туда-сюда. И в художественные салоны хожу, где детишки занимаются. Много очень талантов, но их надо развивать. К сожалению, у наших родителей не хватает терпения, не хватает времени. И денег. Денег, знаете, денег может быть, ну на детей на своих можно найти денег. Но, вот знаете, вот такая ситуация. Вот, ну, хочу сказать, даже у бедного родителя ребенку, ну, можно какую-то найти, ну, секцию какую-то, ну, поскромнее. Да, согласна. Я же не отрицаю, что время такое, что очень сложно, чтобы детьми, дети занимались. Но в большей степени родители сами бросают на произвол детей. Не за, даже есть деньги. Они просто, они вот приводят в садик, воспитатели спрашивают, приводят в школу. С учителей спрашивают, ребята, все идет из семьи. Я считаю, что первоначально все идет из семьи. И при желании можно где-то чего-то сэкономить. Вы знаете, вот у нас четверо было детей. Я первые лыжи покупала за 400 рублей, Фишер. Три зарплаты папиных. Ну, у меня папа, как в то время, шабашником ездил. Он строитель. Ну, и ездили в регионы, строили дома. И вот он полтора месяца зарабатывал эти деньги, приезжает четверо детей, и вдруг я прихожу, говорю, мне нужны лыжи. Они стоят 400 рублей. А у меня... Какие лыжи 400 рублей? Ну, родители мне купили, все собрали. И я, когда первую зарплату принесла, там, в 17 лет меня в «Динамо» устроили, инструктором по 80 рублей, я их скопила, я дала отцу. Но это можно было, но вот четверо все равно. Там, говорит, какой, не одеть, не накормить, ничего. Ну, есть картошка, есть огород, поедят, ничего. У меня младшая дочь... Вот а поэтому... если у них не будет таланта, и просто все эти деньги, грубо говоря, не пойдут. Еще неизвестно, какой там будет тренер, насколько он увидит ей талант, и как он будет его развивать. Может быть, его интересует просто деньги. Опять же, нет, это тоже здесь. Смотрите, вы говорите, ребенок изъявил желание художественной гимнастикой. А вы попробуйте ее в другую. Вот у меня, например, она пока маленькая была, вот Маша, она мне весь дом скидала рисунками. Пошла в школу, я говорю, девочка, давай-ка пойдем на рисование. Хотя в художественную школу записано с 10 лет. А мы с 7 лет. И пойдем к нарисованию, мне это дома. Вот порисуй. Дорого. Это как бы одно занятие 1000. Они полтора часа занимаются, рисуют. Но я увидела, мне нравится. Первый раз она пришла, рисует. Она сидит, усидчивость, это во-первых, да. Ну, как бы вот, ну, чем-то надо как-то вот искать. Школу не надо было закрывать. Конечно, это согласна. Я понимаю, да, я понимаю, когда соревнования, то ты сам уже выбираешь. Ну вот я к тому и говорю, вот я почему, я говорю, Роднину спросила, она мне ответить даже не могла. И она в предвыборной гонке, она всем рассказывает, что она там, значит, сейчас в школах, они там, мы там эти самые, у нас программа такая-такая, я говорю, ну это же программа, опять же, за счет родителей. За счет родителей программа. Вам интересно, вот чтобы у вас эти дети были? Давайте мы приходим в школу, родители, все соберемся, да? Вот, ну, у меня был, у мужа был маленький бизнес, ну, именно чисто инвентарь спортивный, когда вот как бы закончили со спортом. И я хочу сказать, что мы пришли в школу, возрождать давайте лыжный спорт. Пришли, я сама лично пришла в школу к родителям. Я говорю, давайте мы школу, ну, закупим 30 комплектов лыжного инвентаря, да, чтобы все желающие приходили и занимались. Вот однажды закупим и все. На что мне родители говорят? Один, значит, там говорит. А слышь, а зачем, допустим, моей, значит, скульптурой заниматься на лыжах, когда она постоянно болеет? А я говорю, ну что я могу вам посоветовать? Пусть дальше болеет. Когда зимой она в этом в потном и пыльном зале занимается, когда есть возможность на лыжах пойти покататься, правильно? Или другой там родитель говорит, а, ну а как вот вы, допустим, будете контролировать, что там, ну, ботинки сырые, ему там дадут сырые ботинки, он придет, да?
А я говорю, как вы себя дома контролируете? Вот он в личных ботинках пришел с физкультуры, бросил их вот так вот. Вы контролируете, что он их просушил? То же самое от родителей. Можно изыскать варианты. Ну и опять же, говорите, ребенок хочет одним, другим. Надо попробовать помочь ему там, там. Их вот, я говорю, вот я увидела, например, как она мне рисует, нравится. Дорого. Но я попытаюсь, чтобы вот как бы она что-то там. Сейчас и в лыжи пойдешь, дорого. Вот я говорю, сейчас, допустим, у меня в сборной. Я не уверен, что в 2018 году нас допустят к Олимпиаде. Что делать? Что делать? Метаться в другую страну, где, допустим, наверняка. Ну, в связи с допингом. Кто знает, как будем бороться дальше с допингом? Я не знаю. Шансы всегда есть. Шансы всегда есть. Бежать в другую страну. Можно вот чуть-чуть про историю спорт лыжного? Ну, мне просто лыжный спорт интересен, больше, чем политика. Вот. А 85-й год, вот эти все года, это же как раз, когда этот Бундесван, да? Да, да. Это вот коньковый ход. Коньковый ход, полуконьковый очень, сначала. Да, да. Мне вот очень интересно, вот сейчас похожая штука происходит с даблболлингом. То есть появляется новый стиль, ну, как бы очень активно. Производитель начинает делать под него лыжи, там, палки и так далее. Интересно, в те годы вы как ну, профессиональные спортсмены, вы коньковый ход как воспринимали? Вам казалось, что это какая-то просто бред, там это ломает наш спор, или вы сопротивлялись ему, или вы. Нет, нет, нет. Ну как это было? Я хочу сказать, что коньковый ход, он для всего мира новшество, правильно? И кто что выдумывал? Естественно, тренеры сначала хватали какие-то зацепки, кто у кого чего увидит. У нас очень великий тренер на все времена, Николай Петрович Лопухов. Он такой экспериментатор. Он, к сожалению, женский тренер, потому что женщин можно испытывать как угодно, экспериментировать на них как угодно. Поэтому, но с точки зрения большого спорта, я, например, очень ему благодарна. И будут грешны те девчонки, которые тоже не скажут ему во многом слова благодарности, что он на нас именно испытывал. Да, ну и, как, и тоже коньковый ход, и подводящие упражнения конькового хода. Он приглашал к нам на сборы, ну, Царство Небесное, был такой олимпийский чемпион по конькам Косичкин. Он приглашал его, он уже пожилой в возрасте, и он приглашал нам, чтобы он нам изображал как на коньках, как они подводящие упражнения для конькобежца. Оно в целом не так, как должно быть, но мы это использовали. То бишь, вот он на самом деле хватал все, что увидит. Тот же Гундесван. Первый вот с этой высокой вот палкой ходил, да? Нас же опять Николай Петрович ухватил, он нас просто насиловал этим. Мы давайте вот так. Коньковый ход, значит, у нас чисто тренировочная, техническая тренировка. Камчатка, наст, между березками без палочек. Повороты. Вот это коньковый ход. Успевает туда-сюда. То есть он брал все, что угодно. И я хочу сказать, что вот, ну, на самом деле на тот период он тоже ничего не понимал. Но хватал, доносил до нас. А мы уже, на самом деле, кому это было интересно, быстрее улавливали это дело. Вы предполагали, что будут и в олимпийской программе? Ну, по крайней мере, в 85-м году уже включили чемпионат мира сразу. Он появился в 84-м году, потому что я была еще юниоркой. И некоторые соревнования я выезжала со взрослыми. И мне немножко повезло, что я уже варьировала, пробовала. Если взрослые боялись, та же Сметанина, она боялась, у нее не получалось, она естественно шла к классике. Насколько она это... Ну, как взрослая? 40? Ну, она на 12 лет меня постарше. Да. Ну, вот какой 84-й год, это ей... Да-да? А? Ну, под 40. Не под ней, ну как, она с 50... 30, да, не суть. Есть сложно. Коля Зимятов тоже не мог перестроиться. Это тот период был, когда как раз вот, появилась вдруг плеяда. Наша плеяда, вот именно наша, вот этого да, нашего возраста, который, да, сразу уловили. Вот, то есть я говорю благодарна нашему тренеру Николаю Петровичу Лопухову, что он именно пробовал все подряд, потому что никто не знал, как правильно. И вы знаете, когда, допустим, мы уже стали обыгрывать кого-то, и когда он нам стал навязывать, а вот надо вот так. Ну а кто сказал, что надо так, если я своим ходом обыгрываю его? Например, Лена Вяльби ходила очень ужасно. Но она все обыгрывала всех. Она, вот посмотрите технику ее, ну это просто, я не знаю, как она что-то обыгрывала. Ну силы есть, ума не надо. Но на самом деле коньковый ход, он до сегодняшнего дня... Посмотришь на ханомолога.
Да, да, Ханеволт вот это вот идет. Поэтому кто скажет, если классика, то она есть классика, она испокон веков, с древности, да? Она идет и идет красиво, ее тоже дорабатывали. Но в коньковом ходе, мне кажется, до сегодняшнего дня еще много может что изображать. А вот про дабл поле, что вы думаете? Это поставит отдельные дисциплины, и вот, например, через там Олимпиаду мы увидим отдельно классика, дабл поле? Давайте, давайте опять же вот будем реалистами сегодняшнего. Спорт, спорт, спорт – это бизнес, спорт – это шоу, это телевидение. Будем так говорить, да? Они могут сейчас чего угодно придумывать. То бишь, это спортсмены не отказываются, не протестуют против этого. Ну, и всем это нравится. Ну, сейчас вот они сделали, Федерация лыжных гонок сделали правило о 83% от роста лыжной палки должны быть не выше классики. То есть вот все чемпионаты, которые начнутся, все слышали, да, так, лыжи. Теперь в классической гонке 83 сантиметра от роста лыжника должна быть палка. Да, 83%. Для конькового? Для классики. Для классики? Да. Да. Выше не может быть. Ну, для дабл-полинга брали же выше палки. Теперь нельзя высокий. Возвращаются к старому. Ну, ну я не знаю. А кто это вообще определил? Кто это вот такую разработку? Это Федерация лыжных гонок. Международная. Да, да. Ну, я не знаю. Нам, видимо, повезло в то время, потому что у нас не ограничили с палками. У меня палки были вот такие. Мне удобно было. Мне с ними было удобно. Коньком. Коньком. Ну, в классике вот это вот было, да. Вернулись к этому. Ну, вот. Скажите, пожалуйста, вы, к сожалению, говорите, что спорт – это бизнес, телевидение. Разве это плохо, с вашей точки зрения? Для детского спорта это очень плохо, потому что дети сейчас уже с маленького возраста, они все понимают. Ну, извините меня, если ребенок вот такой вот пятилетний, он уже залезает в интернет и смотрит, где что и как, где купить, где интереснее, где красивее. Но я хочу сказать, что для просто поднятия и жить здоровым образом жизни, это очень проблематично. Не понял, почему. Ну, посмотрел, и что? То есть, ну, мир изменился, интернет пришел в нашу жизнь. К сожалению. Вот в моем сожалению, потому что дети, вот я говорю, маленькие, я не могу их лишний раз вытянуть на улицу погулять. Нет, ну а чем это хорошо? Нет, вот говорите бизнес. Вот представляете, такая ситуация. Мы приезжаем, взрослые, на отборочные соревнования. Перед нами отбирались юниоры. Целое ведро шприцов. Это нормально? К чему мы идем? Нет, ну а к чему? Какая может быть здоровая нация? Ну к чему? Вот мы сейчас разговариваем. Мы вот давайте за то, чтобы дети наши занимались массовым спортом, оздоравливались. И вот у него стало что-то получаться, да? А он говорит, а что я здесь буду колупаться-то где-нибудь в какой-то спортшколе? А мне надо выше, а мне надо дальше. А для того, чтобы надо дальше, надо заплатить, надо что-то съесть. Я не знаю, я не говорю, что хорошо, это плохо. И почему для меня, к сожалению, потому что я прошла путь более чистый, после более честный. И я вот могу погордиться. На сегодняшний день я не знаю, чего ждет наших вообще спортсменов в большом спорте. Но вот я не знаю, я говорю, вот у меня вот все девочки занимаются, и я не знаю смысла, ради чего. Ради того, что вот я такая великая спортсменка, россиянка, или ради того, что я заработала немерено, мешками. Я не знаю. Должно быть и то, и то. Если ты хорошо поработал, ты хорошо и заработал. Правильно получилось? А то, что только стремление вот где, чего и как. Но я не хочу. Я опять же не хочу вот в политику, не хочу большой спорт. Вот давайте мы о том, чтобы вот наши дети просто занимались физкультурой и спортом. Про наши малые дела. Про наши малые дела, да. Кстати, вот отбить лес еще лет на 10 хотя бы. Нету, я не набираю, я этим не занимаюсь. Я занимаюсь чисто, вот я говорю, чисто общественностью. Встречи с детишками. Пожалуйста, зазываю на стадион кататься. Вообще не даже просто с народом, с населением. Ребят, что у вас они в компьютере сидят? Пойдемте вы на лыжах покатаемся. То бишь, хороших тренеров я ничего не могу сказать, где они, что они, но они есть. Они есть. По крайней мере, я хочу сказать, что те люди, которые закончили свою карьеру спортивную большую, они многоопытные. Но они не идут тренировать наших детишек, потому что мало платят, да? А если идут тренировать детишек, за плату, что родители доплачивали,
чтобы 1070 хотя бы был на карман. А как они могут, вот правильно сказали, как я могу уверен, что он хороший тренер, да? Он пришел, зарплату принес, семью кормить надо и все. А что он там натренировал детишек? Ну вот как-то вот, к сожалению, вот, ну вот. А вы, наверное, когда еще активно тренировались в Бергеле, вы, наверное, знакомы были с системой норвежского спорта. Он же сильно отличается от российского. Ну и детский, и любительский, и профессиональный. Ну, я бы не сказала, что он сильно отличается, по крайней мере. Нет, отличается очень сильно. У нас Вы скажете, может быть, я что-то не понимаю, я не контролировал, не наблюдал. Я, в общем-то, мне хватало своего российского спорта. То есть и наших детей, и наши спортшколы, где мы занимались, где мы росли. Что? Ну, нет. В лыжах всегда были норвежцы, шведы и, ну, и финны, по крайней мере, женщины. Скандинавы больше. Немцы отдельные там. Чехи, раньше были чешки, вот у нас чешки, немки отдельные. А как большая, конечно, скандинавы. Конечно, естественно, это естественный рефлекс, это мандраж. Это, ну, это, а мандраж откуда? Это боязнь всего и всех. Ну, как-то боролись. Как-то боролись, но если ты чувствуешь себя на все 100, конечно, там идешь нос кверху, да, мне без разницы. У нас вот, например, Люба Егорова, она вот такой человек, что она... Ну, такой, знаете, как есть люди-вампиры, да? Вот она подходит и начинает говорить: ой, я сегодня так плохо спала, ой, у меня сердце кололо, ой-ой-ой-ой-ой. Я говорю: Люба, уйди отсюда, Люба. Я знаю, что Люба практически или выиграет, но в худшем случае в тройке будет. Вот у нее, вот она такая, да, вот-вот-вот-вот, она, это вот ее система, вот такой, выбить кого-то из колеи, вот, ну, как бы вот так. Самое сложное, ну вообще они все сложные победы, потому что ты не знаешь, победишь или не победишь, а пахали на самом деле немерено, просто немерено. У нас был один год, это в году 11 тысяч объема, то есть по 1000 в месяц. Вот у Лопухова мы пахали, то есть мы с зарядки начинали, на лыжи вставали на Камчатке, как котята такие, знаете, детишки в школу, а мы уже с зарядки идем. Где-то по насту ходим, еще полусонные. И заканчивая вечерняя тренировка, все уже на ужин идут, а мы еще только идем переодеваться с тренировки. То бишь, и поэтому вот эта вот пахота, хотелось бы, чтобы она оправдалась. И, конечно, все вот эти вот победы. Ну, честно признаю, что я счастливый человек, что я Господом поцелована в макушку. У меня на самом деле все по жизни, ну так все интересно, волнами, волнами, волнами. Вот. И очень, ну, вот благодарна родителям, что, наверное, как бы и талант. И, конечно же, большое подспорье, что мама всех нас привела к трудолюбию, вот с таких пеленок. Чего это сейчас не хватает? Очень сложно справиться с нашими детишками. Очень сложно. Нам, конечно, и жалко, и мы вот это. А я очень благодарна маме, потому что мы и в лес все лето, грибы, ягоды и все, и в огороде мы работали, и ничего не чурались. Я очень благодарна, и поэтому вот для меня спорт – это был праздник. Эти 25 лет, ну, это как вообще просто один момент. Поэтому это очень тяжело, но очень интересно. Но если легко и неинтересно, оно и неинтересно. Вот, поэтому как бы, не знаю, не знаю. Опять же, я говорю, почему я счастливый человек? С меня начался биатлон, да? Вот я вроде как-то получилось, что вернулась после родов, но не приняли меня в команде как-то, да? Хотя мне так было обидно просто. Обидно на самом деле. Я, причем Александр Алексеевич Грушин, вот я не совру, может быть, если кто-то с ним общался, я хоть где-то как-то, или где-то доведется, спросите у него, кого вы считаете на все времена сильнейшими, ну, как бы, трудягами? Это Резцова и Вяльби. Я могу точно сказать ответ Грушина. Потому что, на самом деле, Лена Пахарь и я. Вот, то есть я ничего никогда не боялась. И поэтому, ну, как бы вот, ну, не приняли меня здесь. Чего отчаялся? Вот попробовал в биатлоне. И на тебе. Биатлон ввели в олимпийскую программу. И потом, опять же, 92-й год Олимпиада прошла.
летников с зимниками разделили, да? У нас 94-й, через 2 года. У меня опять шанс есть где-то чего-то. Поэтому я считаю, что я счастливый человек. И то, что мы сейчас вот говорим, что да, деньги, когда их не хватает, это тяжело. Это, конечно, лишние это какие-то передряги в семье, какие-то негативные. Но все равно можно как-то вот все равно поварьировать. Опять же, да. А методики, если он не прервал сейчас? Нет. Методики сейчас у нас есть российские подготовки учеников, собирать любителей, либо там детей, наши отечественные, или все-таки нам нужно смотреть на версию, которая там системно, у них не было ни революции, ни каких-то баков, ничего, они идут. Там система не ломалась, воспитание. У них она Но у нас, можно сказать, на второй. Я хочу сказать, что у нас сейчас в лыжном спорте никакой методики, никакой системы не осталось. Также в биатлоне. Ну, мы взаимосвязаны, два вида спорта. Что там греха таить, потому что биатлон без лыж, без лыжной базы никуда. Поэтому у нас нарушена как система. И тот тренер, который, ну, будем я вот с чего начала, там, Саша Попов, да? Саша может тренировать. А Сашу кто тренировал? Ну, если кто-то, вот, тренер, который тренировали наших олимпийских чемпионов. Почему их не приглашать консультантами на сборы? Ну, Саша тренер работает в Швейцарии. Ну, почему же? Ну, вот я опять же хочу сказать, давайте вернемся к тому, что политика, да, спортсмены идут. Возьмем Сан Саныча Карелина. Ребят, да, если мы сейчас озвучим, ну, пускай Владимир Владимирович Путин озвучит для корпуса депутатского, 50 тысяч рублей зарплаты за то, что вы принимаете законы, придумываете, да? Кто пойдет туда? Никто. Правильно. Почему Саша Попов тренер работает в Швейцарии? Да потому что, ну а как? Здесь нам нужно... И тогда работал же был в тренер сборной Австралии, поэтому он давно уже не работал в Швейцарии. Ну вот поэтому, да, как бы, я говорю, сейчас вот это вот наше вот это финансовое вот это вот течение... Нам нужно смотреть в западные методики. Я не знаю, куда нам надо смотреть. Я уже настолько запутана на самом деле. Надо сейчас смотреть этот сезон. Вы знаете, вы, наверное, же, ну вы все в сетях в эти сидите. Я вот буквально последнее интервью сама себе не рада, но я всегда говорю правду. Где я, ну будем так говорить, не обозвала, а назвала своими именами, что у нас в сборной 70% инвалидов. Потому что, ну, я потому что пообщалась с президентом Федерации биатлона, с Кравцовым Александром Михайловичем, ну, и говорю, вот, допустим, Вералайнин, у нее спина, со спиной проблемы. Там у Глазыриной там тоже что-то. У одной колени. Я говорю, Александр Михайлович, ну, я почему говорю, вот, допустим, те же юниорок, начиная с Рисовой Кристины, еще 3 могу назвать девочек, которых отшили из команды, а берем основной состав. Я говорю, как же вы можете молодежью разбрасывать, когда у нас основной состав 70% с хроническими заболеваниями. Ну, как уже под норвежцев. Те астматики у нас, у кого со спиной в корсете ходят. Чего мы можем выиграть? Вот я на ваш ответ вопрос говорю. Ну, как? Я не хвалю своих детей, но я про Вералайн могу сказать, ну, это далеко не лидер мировой. Далеко! Но у нас их нету, имен. Ну, нету. Я не могу, и не могу сказать, что после 2018 года появится. Нет, он согласился, что 70% с хроническим заболеванием. Мы занимаемся. Мы здоровьем спортсменов занимаемся. Почему молодежи нет? Особенно женской биатлонной сборной. В Германии там каждый сезон новый. Не каждый сезон. Смотрите, у них было буквально затишье. Хочу сказать, что вот у них система наша, советская, советских времен. То бишь, я, когда будучи лыжницей, то есть начиная с юниорок, мы тренировались вместе со взрослыми. Основной состав сборной проводит сборы, и юниоры здесь же. То есть юниоры учились у взрослых. У немцев та же система осталась, наша, советская. Они не гонятся сегодня или вчера показать результат. То бишь, у них плеяда прошла, и вот это вот 4-летие подрастает. У нас нет такого. Ну, в советской... Я опять же к тому возвращаюсь, что я Градниной задала вопрос, но она не могла ответить. Неужели страна под названием Россия стала беднее?
Мы не можем себе позволить, чтобы тренировались. Основной состав сейчас в Австрии весь. Там 8 команд. 8 команд основного состава. 4 мужских, 4 женских. Молодежный, переходный, еще какая-то. А юниоры хрен знает, где колупаются. Как денег не хватает. Не надо 4 команды. 2 мужские, 2 женские. Во все времена было 10 сильнейших женщин, 10 сильнейших мужчин. Все, до свидания. Остальные приближенные. И юниоры, которые вот на подхвате, как раз эти 4 года растут. Правильно? С 18 до 22. Почему у немцев 21-22 года, они уже вот пришли, да? Ну, в лыжах, как и в любви, все возрасты покорны. Мы долгожители в этом плане. Кстати, вы где тренировались? У вас там Камчатка, Магадан, да? Да, Камчатка, Магадан, Семинский перевал, Алтай. Алдан, Тёя, вершина Тёя. В этой... Что? Да нам везде все нравилось. В лесу-то что там может нравиться? Лес и зверюшки иногда ходят. Не, ну на Камчатке, как правило, у нас такой оздоровительный сбор. Камчатка была такой в мае. Да, майский такой оздоровительный. Но у них сейчас, они в Белокурих в основном ездят, вот, оздоравливаются. А так нам все нравилось, нам все нравилось. Если приезжаешь, одна база деревянная, и все, и трассы кругом. А сейчас я просто говорю, что они живут и за границы не вылезают. Еще приезжают, выбирают. Климат? Ну, скажу, Магадане не особо нравится. Потому что морозы такие, хотя их особо... Солнечный, мороз и солнце день чудесный. Да, мы все время в шарфах вот такие замотаны, потому что вечный мороз. Ну, везде нравилось. Мне, ну, не знаю, мы не искали изящества, мы не искали... Мы же лыжники, мы же не фигуристы, которые только вот красиво, что прическа, что у них обязательно парикмахерская была, еще что-то. У нас и что? Шапку натянули. Да, не, вручную мы стирали раньше. Раньше даже и не было у нас в гостинице. Какая стиральная? Еще и с мужа соберешь там кучу. А его и друзья еще подкинут у мужа. Все. Стиральная машинка Анфиса. Видимо, это закаляло. Да? Закалял. Нет, я хочу сказать, что мы счастливые. Мы счастливые, во-первых. Я говорю, мы были честнее, мы были чище. Во всех направлениях. Даже между собой. У нас на сборах, что я говорю, мы касались политики. У нас каждую неделю была политинформация. Даже в ТЁИ, вот царство небесное, у нас великий тренер Виктор Александрович Иванов, на все времена женский тренер по лыжным гонкам, он нам дает две девочки, пожалуйста, каждую неделю. И даже в ТЁИ, а в ТЁИ там поселок, там одна какая-то почта, ну не знаю, там 3 газеты, которые приносили, мы их бежали на это самое, туда брали эти самые, вырезали все эти и готовились к информации. То бишь были такие времена классные. Нет, а тогда вообще запрещали. Причем, какой поддержка. У нас Лазутина вышла замуж. Ну, я не про себя, я уже, ладно, молчу. Лазутина вышла замуж. 2 лыжника. Я-то, ладно, с биатлонистом. Это мне нужно было куда-то ездить к нему на сбор, да? А здесь 2 лыжника. Они жили в разных номерах. Какая группа поддержки? Семья в разных номерах жили. Поэтому нет. А сейчас это модно. Сейчас модно много команд. Есть спонсоры, которые у каждого там, да. Много команд. Значит, Чапалова возила и маму, и папа, и семья, и все вместе. Я не знаю, хорошо это или плохо. Ну, как бы у нас вот это запрет. Но это не помогает. Да и сейчас, мне кажется, вообще ничего не помогает. Я когда вот пришла, ну, как бы после вторых родов в биатлон, и у нас была такая Черноусова. Черноусова и Шмуратов, которые из лыж пришли в биатлон. В лыжах попались на допинг, пришли в биатлон. Я говорю, я, может, что не понимаю? Оттуда пнули сюда, давайте, ребят. И у нас тренер такой, Саша Голубев. Я говорю, Сань, вот Черноусова, она же вообще ни о чем. А прет сейчас, как ужаль. Я говорю, что она делает? Он говорит, дура, ты отстала, пока там рожала. Надо сюда уколоть, сюда и сюда. И сюда пару горстей. Вот и все. И сейчас что и делают. К сожалению. Поэтому, ребята,
У нас у всех есть дети. Мы за честный и чистый физкультуру и спорт, массовый и детский. И для этого можно найти финансы, чтобы дети у нас как бы занимались. Президент сказал как раз пару дней назад о том, что надо перераспределить финансирование государственного и профессионального спорта. Да, да, на массовый, на детский, да. Это мы уже давно уже слышали. И причем у нас, я лично слышала от Воробьева, когда к нам пришел в Мособласть, он сказал, что будем развивать детский спорт. И буквально через полгода, когда он уже... Да. И через полгода я как бы включила что-то телевизор однажды и читаю строка. Воробьев выделил 50 миллионов на строительство бездомных собак. Интернаты, без... ну как этих, сборища. Бездомных собак. Я говорю, ребят, так мы развиваем детский спорт, так? Да, приюты для бездомных собак. 50 миллионов. А для спортшколы 50 миллионов. 3 спортшколы можно было построить. Ну вот как-то так. Вот как-то так. Да нет там ничего. Почему? Ну, парк в Одинцово. Очень хорошо. Ну, как она, когда она появилась, когда она сама тоже закончила, там на самом деле Лариска тоже, она никакого участия, Гладышев у них молодец. Их не глава, он молодец. Он, в общем-то, даже с его подачи, он к Ларисе подавал. Лариса, давай это сделаем. Не Лариса просил, давайте мы для детей это сделаем. А он сам с подачи. Он ее сюда и депутаты, и на самом деле. Но Одинцово – это лыжный район, и грех не быть там трассом. Поэтому... А вы сейчас часто? Ну, жалко, что в Красногорске, в общем-то, доступ только как бы так тоже на стадион. Я сейчас буквально вот в прошлом году не каталась, у меня очень болят колени. Очень болят колени. И я... Чего? Нет, я уже и доктор, и МРТ, я вот и в Белокуриху ездила, лечилась. И... А там же, вы знаете, такая же проблема, как в спорте, вот то, что ты спрашивал. Да. Методик нет просто в России? У нас нет, да. Вот. И также здесь вот тренеров, у нас же нету. Мы вам можем помочь, у нас есть. Спасибо. Не, ну я буду, это, честно сказать, нету этому оправдания, это лень. Честно. Честно признаюсь, потому что болят колени, но можно двигаться. Потихоньку можно. Шлепать, гулять. Это можно. Это лень. Обещаю вернуться. Нет, почему? Лыжи все. Под рукой всегда у меня в коридорчике лыжи. Они есть не просят. Нет, я, в прошлом году, может быть, 3 раза встал от силы. А в позапрошлом году я почти, в 2 раза в неделю я каталась. Ну, сам Бог велел, у меня база хорошая. Трассу хорошую готовят. Я, конечно, по 15 каталась вообще, в удовольствие. Нет, это Химки. Химки, это Химки. Планерная это сама по себе у нас микрорайон. А в Химках снежинка. В старых Химках. Да, вот здесь и под мост, и туда, за вечный огонь. Да, у нас 3 километра шикарно. Была раньше, пятерка через Старбею. Сейчас там тоже застроили Шереметьевскую трассу. Перекрыли. И у нас хорошие, я говорю, хорошие, особенно для детей и любителей, причем прокат лыж вот так с семьей приехать без вопросов, и плюс освещенка. Вечером люди у нас приезжают, я знаю, что с водой у меня друзья приезжают вечером после работы. Давайте мы зимой приедем к вам Давайте. В гости, а вы выйдете на лыжах с нами. Да не вопрос. Не вопрос. Как вы относитесь к тому, чтобы спортсмен выиграл что-то? Самый яркий пример здесь арт. Отобрали все титулы. Как вы относитесь к тому, чтобы что-то отобрать, скажем так, спустя много лет, 2-3 года? Сейчас такая практика, что... Я считаю, что это немыслимо. Это просто немыслимо. Потому что отбирать. Ребят, я тоже принимал допинг, я же не скрываю. Я опять же говорю, не пойманный, не вор. Без него сейчас никто просто профессионал не тренируется. Но как у меня отобрать медали, когда я выиграл без допинга? Я их выиграл без допинга. Я могу поклясться, но никто не докажет этого. Но и никто не докажет, что я употреблял. Я вот признаю, что это делаю. Меня Тихонов спрашивает. Слышь, ты дура, у тебя же отберут. Я говорю, если нас страна идиотов, то отберут. То бишь я не поехала, озвучила там нашему Бессербергу. Слышь, ты знаешь, что я твоих норвежцев имела в виду, что вы там астматики жрете, да и мы тоже столько жрем. Я же не ему озвучу, я озвучиваю своему люду, что мы это делаем. И мне это помогло восстанавливаться.
Честно скажу, я даже не знаю ни одного названия, что он мне делал. Но мне это делал докторская программа была. Не я сама жрала там килограммами. Докторская программа, потому что когда я вернулась в спорт, ну вот именно в лыжи второй раз, и я пахала летний период, и потом, приезжая на этапы Кубка мира, меня все обыгрывают. Я говорю, что такое? А вот надо программу делать. А чтобы надо программу докторскую делать, надо заплатить. Не вопрос. Я заплатила, мне сделали. И она мне помогла. На самом деле, потому что объемы такие уже просто, которые мы пахали, а все-таки с годами это изнашивается организм. Это не просто мы расцветаем. И эта помощь очень хорошая. Но кому-то лучше помогать, кому-то хуже. Но вот мне как бы помощь организму чувствительна. Как вы думаете, можно спортсмена сразу проверить после Олимпиады? Потому что сейчас такая практика, что отбирают людей там медали за Лондон, которые Ну это вообще глупо, это да, кощунство. Это уже кощунство со стороны. Да это вообще, это просто, я не знаю, чего уже здесь придумывают с этим. То, что вот, по крайней мере, берут эти допинг-пробы, они их берут постоянно. ВАДА постоянно по сборам приезжает, в любой момент берет. Естественно, на соревнованиях у любого спортсмена в любой момент может взять. То бишь, люди, спортсмены должны быть готовы. Смысл через 4 года там скрывать? Для чего? Я не знаю. И делается ли это вообще? И что-то там еще находится ли после 4 лет? Для сегодня внесен, через 3 года этот препарат будет внесен. Да, вот вы знаете, вы 5 лет ловили, он сейчас внесен, извините. Ну, часто внесен, тогда не знаю. Если получается так, ну, тоже это нелогично. Ну, хочу сказать, что так называемый мельдоний, как его ни назови, мелдронат, он раньше как бы еще параллельно. Его жрали и кололи сколько хотели. И почему-то он вообще никуда не в какие списки, его знать никто не знал. А сейчас это... Ну, это просто как бы вот за него зацепились. А там далеко не мельдоний. Чего? Далеко не мельдронат. Да, я и говорю, и далеко и не мельдоний, там много чего еще хватает. Как строился ваш день на сборах, да, вот тренировки? Вот с утра встали и как попало? Тренировки, еще раз тренировки. Не, ну, конечно, у нас, естественно, первый тренировочный цикл, программа. Дни отдыха тоже сами себе планировали, какие, куда, чего. Ну, как строилось? Зарядка, завтрак, первая тренировка, обед, тихий час, 2 часа, вторая тренировка, ужин, после ужина свободное время. Чит-то. Я лично... Да, режим, не вопрос. Дело молодое, чего ж не побегать, чего не погулять. А в тихий час практически не спала, потому что, ну, я не знала, куда энергию девать. Потому что, вот, ну, в сравнении с Любой Егоровой, она каждую секунду спит. Она, допустим, все у нее вечно болит, в комнате, если с ней жить, то вся комната, ну, а вы знаете, как валерьяной воняет и корвалолом. Это все просто на весь сбор. Она все прям там горсточками, все у нее болит. А был такой случай... У нас этап Кубка мира у лыжников, вы знаете, в Давосе всегда, первый этап в декабре. Вот. И был такой случай, значит, мы там живем с Нагейкиной, а Егорова там еще с одной, с Сидькой, с Соленой жили в комнате. И, значит, после обеда, тихий час, Сидько сидит у нас. Заходит тренер, ну и начинает, ты что сидишь, ну-ка отдыхать, а? А я говорю, а что вы орете-то? Вы заходили вообще в комнату к Егоровой? А он говорит, нет, а что? Я говорю, ну зайдите, а потом будете. И он приходит, ну что как, он заходит к Егоровой. Она приболела что-то там типа, да? Одно чесноком воняет, дегтем воняет, она пятки натерла. В общем, чем-то таком не воняет, и все закупорено. И он приходит и говорит, ты что, дур, ты что, ты, не открывайте, я болею. Да ты еще больше будешь болеть вот этим. Он говорит, теперь я, Ален, понимаю, почему ты не в комнате. То бишь вот такие вот, ну и она все время лежит, все у нее вечно болит. Но она набиралась вот силы. Для меня... Я до первой тренировки, если у нас есть теннисный стол, то в теннис поиграть. Вот летний период, но я говорю, меня мама приучила к труду. Лес – это моя вообще просто стихия. Я в тихий час, 2 часа, я иду в лес за грибами. Я прибегаю, быстрее переоделась на вторую тренировку. Они поспали, а у меня, я зарядилась, потому что я грибов набрала. У меня заряд вообще всего, и энергии, и эмоций. А скажите, с командой смачников, то есть у вас... Там, что
Ну, тогда уже не было у нас сервисмены, еще чего-нибудь там. Нас тренеры тренировали и мазали все. И в сборной, и мы сами, и парафинили лыжи, и обманывали друг друга, кто чем парафинил. И получалось не хуже, чем у тренеров. Это нормально. Вот. Ну, какая-то контрольная, отборочная какие-то, я признаюсь. То есть я много, часто сама парафинила. И сами приобретали парафины, что-то там придумывали. Вот. Но как вот, допустим... Ну, как и всегда, во все времена, сначала лидеров, потом всех остальных. И причем, когда я очень ощутила, когда я после биатлона в лыжи вернулась, и у нас, допустим, два тренера, Зимятов и Воронин, два тренера, да, на это. И вот тот же Давос, первый этап, бежим классикой. А как правило, раньше, сейчас почему-то там, а как правило, раньше сильнейших в последние номера, в последнюю группу ставили, да. И а нас мы как слабейшие, нас в первую. И зачастую просто нас дофей не подмажет, ничего. То есть нам уже стартовать, и нам... То есть вот такое вот было отношение. Главное, лидеров. Поэтому, ну, это, мне кажется, всегда... То есть вы даже сами себе лыжи готовили? Конечно. Не, на ответственные соревнования не готовили, но просто порой вот просто готовили так отвратительно тренера. Допустим, на чемпионате мира в 99 году, уже вот я как раз после биатлона поехала на последний свой чемпионат, ну, правда, потом Зимятов признался, что как бы у меня две пары лыж я ему отдала, и он перепутал. То бишь он мне подготовил, а двух пар разные лыжи. Я бежала на как бы вот так. Одна ехала? Ну, они ехали, но работали по-разному. Поэтому было так. А с инвентарем у вас специальный был инвентарь? Нет, инвентарь никак. То есть, ну, для сборной мы приезжали в Австрию, и для каждого подписаны лыжи. Они все из общей кучи. Ну, только какие-то подвес чуть-чуть, допустим, кто-то 55 весит, кто-то 65. Подвес. А знаете, тоже такой момент у меня был вот в биатлоне. Ну, мы получали 4 пары лыж каждый, да? Мы приезжаем в Австрию. У нас была девочка Люба Белякова такая, с Челябинска. Она и говорит: Рисова, слушай, отдай мне свои лыжи. Ну, мы приехали, и у нас вот в гараже стоят, я говорю: Люба, любую, вот 4 пары. Она говорит: нет. Ты сначала их откатай, и какая твоя лучшая будет, ты мне ее отдашь. Я говорю: Люба, ну я ноги тебе не отдам свои. Поэтому вот как бы... Да. Мы пошла, когда собирались, Александр Левков был, вот, и один из вопросов, просто много таких было взрослых, гостей, и они задавали вопрос: скажите, вы считаете, что вот ваше поколение, даже вот наше более старшее поколение, было сильнее чем вот вы сейчас, потому что сейчас большой упор делается на инвентарь, на какие-то такие вот вещи постепенные, может быть. Мы вот вас слушаем и тоже приходим, вот лично я прихожу, мне кажется, вот ваше поколение сильнее просто было физически. То есть вся гонка, все это происходило только за счет сил ваших. Но я опять же подтверждаю, что мы тренировались в два раза больше, чем сейчас тренируются. Представляете, если я, допустим... Когда про тренировки, он как бы не говорит, что он мало тренируется. Не, я не хочу сказать, есть индивидуальные. Ну, Саша, может быть, и много тренируется, но в целом, я имею в виду в целом. В целом тенденция гораздо меньше тренируется. Поэтому... Спина болит. И потом и спина болит, и колени ломаются, и все у них там, да. При этом есть наблюдайки, там, ЧСС, там, полно. Плюс, да, но у них все сейчас, они все в шоколаде, и просто. Достигают уровня, блин, все, у меня хорошо. Да, форма, ну да, то есть они как подобно, ну у них все. Я говорю, нас раньше просто не зациклились на этом. Вы, кстати, тренировались вот по таким, по метрикам, по пульсу? Ну, застало, конечно, мы уже с пульсометром бегали, да, то есть определенный... Ваша да, методика входила? Да, да, ну, то есть в каком... Как она? В пульсовой зоне, да. На каком пульсе, в какой группе это... Нет, это, конечно, это нормально, но то есть здесь уже у них просто, я говорю, они в шоколаде, они уже их чуть ли не перед сном всех массируют, и ванны они с лепестками роз принимают, и все остальное, ну, образно говоря, уже, ну, по крайней мере, мне вот как-то не всегда, вот даже, ну, наоборот, всегда неприятно слышать, когда наши биатлонистки, ну, лыжников не беру, потому что, честно сказать, я уже за ними сейчас не слежу. Не слежу, мне не особо интересно, я не вижу имен, я никого не знаю. Нет того, что я их не уважаю, лыжников наших. Я просто как-то... Я за биатлоном слежу, да? И
Мысль потеряла. Потеряла мысль, какую хотела озвучивать. Я хотела спросить, она все вспомнила. Нет, я имею в виду, мне стыдно за тех спортсменов, которые, проигравшие, говорят, плохо работали лыжи. Уж в таких условиях, когда у тебя 20 пар лыж готовить тебе, уже в золоте, и ты еще можешь себе позволить сказать, что лыжи плохо работают. Ну это глупо. По крайней мере, даже в тот момент, когда мне Зимятов перепутал, я никому не сказала, что у меня лыжи плохо работают. Никогда не жаловалась. Да, были моменты, что ну фигово. Просто со спуска там. У меня один раз момент был вот в 88 году, когда я, конечно, ехала за золотом на 20 километров, потому что было обидно. Последний отбор в Грузии, в Бакуряне, я 20 километров выиграла, минуту у второго. И после Олимпиады приехали в Сыктывкар, я опять минуту выиграю у второго. А на Олимпиаде была вторая. И мне было обидно, потому что я, значит, одни пары лыж отдала тренерам, готовясь, а вторую нашим фирмачам, Фишеру, сервисерам. И мне подготовили одинаковой смазкой. То есть у меня ни одна пара не рабочая была. Ну, плохо работали. И поэтому у меня выбора не было, я побежала, ну, которым больше доверяла. И я просто, сейчас был бы Вова Смирнов, он меня всю трассу подгонял, и он это просто видел, что спуск от меня уезжает, а подъем я как это. И так вот, как бы вот один момент. Ну и то я не грешу ни на лыжи. А сейчас уж я говорю, у нас раньше две пары, вот не выберешь. А сейчас по 20 пар, ну запутались ребята, и лыжи не поехали. Понятно. А у вас почему, на ваш взгляд, больше? Ну, таланта какого-то, того, что там от Бога дано физически, или труда и опыта личные, ваших победы? Я считаю, что все в совокупе. Вот я про себя лично про себя. Вот, и талант, и трудолюбие, и, ну, какие-то, и удача обязательно, и удача, да, потому что были такие моменты, что, ну, тяжело, выходишь с утра на старт, думаешь, ну, вообще не добежишь. А как-то вот раз, и ух, и повезло. Поэтому все в совокупе, и жизнь удалась. Самое тяжелое, ну, я могу сказать, конечно, как обычно говорят, первое, да, но у меня было две первых. Одна потому что в лыжах, а другая в биатлоне. И, например, в Калгари, когда в лыжах, ну, я больше рассчитывала как бы на медали, да, потому что, ну, все-таки готова была к этому. А так как у нас разделялись на группы конькисты и классисты, и вот как бы меня немножко не повезло, не выставили, да, на все дисциплины. И мне вот как-то немножко грустновато было, что все-таки не дали раскрыться до конца. Вот. А в 92-м на биатлоне, честно скажу, я пришла на автопилоте. Потому что, во-первых, стена снега, она прям все заполонила вот этот вот белый-белый-белый, и плюс еще все в тумане в глазах. Я пришла, у меня шум в ушах, все что-то там кричат, я ничего не понимала, но буквально минута, и у меня все это развеялось. Но на самом деле очень тяжело далось, потому что три штрафа на мировом уровне, конечно, мне было тяжело. Хоть я и ногами сильна была, но на зубах доскрипела. То есть эта победа, конечно, тяжело далась. Но опять же, я говорю, опять я счастливчик, потому что это был спринт. Если бы была эта классическая гонка с четырьмя рубежами, я не была бы первой олимпийской. Хотела бы сбросить сюда. Конечно, много раз было. Особенно было тогда даже не от тренировок, а от несправедливости тренеров. Потому что, ну, как-то, допустим, ты обыгрываешь его, да, ставят другого вместо тебя. Вот это вот. Ты начинаешь доказывать, что я его сильнее. Было много раз. И вот те же, говорю, нарушения режима. Ну, мы все же люди, все мы человеки. Почему молодое дело 20 лет не погулять, да? Мы вот как бы в лыжах... Ну да, напьемся и режим. Режим. Но если бы я кому-то в ущерб, я понимаю. Если я, допустим, мешаю кому-то спать или еще что-то. Ну вот у меня был такой момент. В Бакуряне у нас как бы вот еще по юниорам отбор у нас был перед чемпионат мира. И, ну, у нас там компания, там гитара, все. Думаю, пойду-ка я тоже там с ребятами позажигаю. Ну и у меня был такой моно-магнитофончик маленький. Я все время с собой там возила.
И, ну, пошла, думаю, ребят, заберу заодно. Ну, я прихожу 11:30, у меня у комнаты ждет тренер. Ну и что будем делать? А у нас отборочный вроде как на чемпионат мира ехать. Я говорю, что делать, спать сейчас будем? А он говорит, а время 11:30. Я говорю, ну что, еще до утра много, выспимся. Ну, был такой момент. И у нас как бы на утро, ну, я и вот это там еще три компании, две девчонки и два пацана. Их вот на утро нас всех на ковер, что, как будем делать, отчислять, а кто же в чемпионат мира поедет? Ну и нам условия на контрольный, вот мне лично, контрольную выиграешь, значит, все. Меня переселили к двум комсомолкам за нарушение на раскладушку. Вот. Они за мной контроль, чтобы я больше никуда не уходила. Ну, а потом я вот выиграла контрольную и, в общем-то, как бы опять лидером поехала. И вот опять доказывала. Все время, ну, были моменты, что... Ну, причем вот Николай Петрович Лопухов, когда у нас разъединили на две группы перед 88-м годом, разъединили на две группы – лыжников и конькистов. Классистов тренировал Грушин, а конькистов – Лопухов. А так как у меня вот там типа вот она такая, она и карты играть, она и с мальчиками, она и хихи-ха-ха, и на отбой опаздывает, это со слов Лопухова, я вообще такая просекая. Вот, своим он девочкам преподносил. И когда решалась, какую группу, я выбрала Грушину идти. Я говорю, мне все равно, где пахать я буду, мне без разницы. Я как бы считалась универсалом. Для меня, почему я говорю, я уловила раньше, чем кто-то другой, я пробовала уже в 84-м, когда это началось, всякая фигня. Я пробовала, у меня это получалось. И я пошла к Грушину. И Лопухов как бы, как это я пойду? Он, значит, меня вызвали в управление зимних видов, в Олимпийский комитет. Лопухов, Божно, вот, просто умолял, чтобы я у него была в группе. Я говорю, Николай Петрович, а как я у вас в группе? Я и Б, я и С, я и картежница, я и такая. Зачем она вам такая? А он говорит, мне нужен лидер команды. Я говорю, вот с этого и надо начинать, потому что все остальное отметается, когда человек побеждает. Потому что мы здесь не за красивые глаза или кто с кем поспал, а за то, что мы сильные, сильнейшие. И вот когда девчонки там, допустим, он им там, да ты 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 ты. Я говорю, девочки, я же вот такая просекая. Говорю, да ты пашешь, они говорят, вон смотри, Крысова пашет. Я говорю, ну уж как-то определитесь, Николай Петрович. То есть вот было такое, что надо было что-то доказывать. А я считаю, что это нормально, это жизнь. Даже перед днем отдыха, почему бы не выпить шампанского? Но завтра же день отдыха. Мы сходили в баню, попались, мы отработали 6 дней цикл. Почему не выпить шампанского? Все нормально. Ну, ящик мы бы не выпили бы, но с трудом. С трудом. Но я считаю, что это нормально. Да не назвать конфликты, а вот такие вот, как бы, перейти. Да. Хотя потом, вот я говорю, после всех этих уважения было больше. Потому что, допустим, когда нас Лопухов очень выгонял за вес, наказывал за вес, за превышение веса, там и кроссами наказывал, и лыжи отбирал, там новую экипировку. Много всего было. Вот. Или, допустим, у нас Нина Гаврилюк. Ну, вот ей не надо было, там, мне нужно было 30, мне это по кайфу, а ей 20-ки хватало, то есть она на равных. Она, например, техникой могла обыграть нас, мы вот там все какие-то ломаемся, она техникой брала. Ей, может быть, 20 километров хватало. И она где-нибудь срежет, обрежет, он на собрание выносит. Ну и вот когда я пыталась ему доказать, что это нормально, Николай Петрович, просто каждому, у нас всего 10 человек, надо каждому индивидуально. Зачем вот, например, ей, если она скоростная, ей нужно 20, я не откажусь от 30-ки, мне это нормально. Другому, например, нужно более скоростном режиме, третьему наоборот в объеме. То есть как бы потом такое даже уважительное стало отношение. Всякое было, всякое. Спасибо вам большое.